Россия – крупнейшая лесная держава. На долю нашей страны приходится пятая часть Зеленого океана планеты. 21 марта у главных по елочкам профессиональный праздник. Незадолго до этой даты курские лесники поделились своими успехами и планами на новый сезон. Год завершили на 5 с плюсом. Второй раз подряд наши специалисты становятся лучшими в России в сфере воспроизводства лесов. Еще одно знаковое событие – объединение лесоводов с охотниками. С 1 января 2016-го обновленная структура начала свою работу. Самое время воплощать грядущие планы. Мы планируем выполнить мероприятие по лесовосстановлению на площади примерно 450 гектар. Из которых около 400 гектар это будут созданы именно лесные культуры различных пород, но главная порода у нас дуб. Сейчас идет работа по подготовке посадочного материала. Это более 4,5 миллионов саженцев. Кроме того, специалисты готовятся к пожароопасному сезону. Профилактическое выжигание сухой травы уже провели на 80 гектарах наиболее опасных участков.